Сегодня в Trendy Lab. Что Даша Гаузер создала из белого листа бумаги? Экарше. Новая коллекция русского дизайнера. Очень любимые и очень надоевшие уги. Как подарить им вторую жизнь? Всем привет, с вами София Елисеева, и мы продолжаем рассказывать вам о самых главных трендах нашего времени. Начнем с достижений российских дизайнеров. Сколько имен российских модельеров вы могли бы назвать? Кого бы вы поставили на первое место? Для нас на сегодня это Даша Гаузер, и я собираюсь показать вам ее новую коллекцию, которую она представила на Mercedes-Benz Fashion Week. Пару платьев для себя присмотрела. Ха-ха-ха. Мне очень нравится такая графика, скульптурная. Я, как всегда, отметила боди, потому что это наш формат. Было несколько отличных моделей, на которых эти боди сидели. Очень круто. Мне очень понравились материалы, мне очень понравились силуэты. И вообще она большая молодец. И самое главное, она прекрасный человек. И все это, ее замечательные эти качества, они отражены, на самом деле, в каждой ее коллекции. Мне понравилось, что вместо большого количества молний, хоть они присутствовали, она сделала шнуровку. Так как я примерно на сцене делаю что-то подобное, всегда сижу и думаю, где бы украсть идею. Вот туда же как раз можно ее красть. «Вся одежда на тебя» – эта фраза написана на сайте Даши Гаузер. И действительно имеет смысл, ведь никто не посмеет поставить крест на российской моде, пока есть такие дизайнеры, как Даша Гаузер. Даша прославилась практически сразу после своего первого показа. Тогда она предугадала всемирный бум на платье, представив очень нежную и очень женственную коллекцию. Постепенно ее дизайн стал усложняться. Появились архитектурность, геометрия и много драпировки, но платья остались неизменными. И сегодня Даша Гаузер представит новую коллекцию под названием «Экошер». А что это такое, узнаем прямо сейчас. Что тебя вдохновляло, мы знаем по названию «Экорше». Немногие люди знают, что такое экорше. Экорше – это, в принципе, человеческое тело с содранной кожей, с мышечной массой. И вот эта мышечная масса у нас плавно перетекла в мою коллекцию. Все складки, все рельефы, все линии построения платья, они основываются на самой природе. Где у нас идет вот те границы, там идут и складки. Человеческое тело изначально сексуально, да, если женщину рассматривать, то она изначально женственная. И поэтому получается женственные, как мы любим, платья, но со своей органикой, с узнаваемым стилем Даши Гаузер, со своей графикой опять, с проработкой, с геометрией и так далее. Основной цвет – это белый лист бумаги. Мы посмотрим перед коллекцией, перед показом фильм. Мы из белого ничего создаем что-то. У нас появляются девочки из этого белого. Основа коллекции и мое вдохновение – это белый, на белом ваяем. И потом постепенно переходим к тем цветам, которыми мы рисуем. То есть коричневый, сепия, синий, черный. Это уголь, это шариковая ручка. Если это экорше, то модель вообще должна быть без волос. Я поиграла на контрастах. Если у меня все такое сложное, агрессивное, построенное, то девочек хотелось как можно меньше по мейкапу нагружать. Я сделала классический, красивый макияж, глянцевую структуру волос. Они очень у меня дорогие, проработанные. Та структура, та природа, которую девочкам дал Господь. И мне кажется, что вот этот вот контраст красивого, глянцевого образа и такой архитектурной коллекции даст свои результаты. Даша Гаузер специально для Trendy Lab.